Всем привет, с вами Михаил. Это очередное видео по игре Ultimate Admiral Dreadnoughts, 10-я часть прохождения кампании за Британскую империю. Поехали. Перед нами бой. Ну, для начала пару слов. Кто смотрит канал, думаю, уже в курсе, что третий сезон битвы проектов завершился. Победил линкор Supremacy. Вот, а сейчас по новой битве проектов пока что я поставлю на паузу до выхода версии 1.06 Live. Когда она будет, не знаю. Надеюсь, что недели через 2-3, может быть, так. Пока ее не будет, прохожу кампанию. Вот, потому что сейчас начинать битву проектов, это опять же где-то будет недельки на те же самые 2-3. И боюсь, что можем уже не успеть что-то новое делать. Поэтому ее я отложу до 1.06. Точно так же я отложу видео по строительство кораблей, которое давно уже обещал и давно сам хочу записать. Но просто сейчас, опять же, нет смысла записывать его на 1.05, потому что в 1.06 у нас будет переделка орудий, переделка бронепояса, брони. То есть очень много изменений. Как бы, ну, смысл мне делать видео по версии, которая там буквально через пару недель уже устареет. Ну, а сейчас, напоминаю, у нас 10-я часть кампании, ноябрь 2021 года. Перед нами небольшой бой. Я думаю, давайте его сыграем вручную. Есть шанс немножко потрепать немцев. Почему бы это не сделать? Погнали. Так, противник у нас на востоке. Давайте поставим на паузу, оценим. Ага, у нас два легких крейсера. И, соответственно, эсминцы с приказом скрин. Легкие крейсера у нас класс Орион с 6-дюймовками. То есть, ну, кто не смотрел, да, либо кто забыл, напоминаю, так они выглядят. На мой взгляд, очень удачный проект получился. То есть, они точно и по орудиям, и по торпедам, и по скорости, по всему. То есть, ну, однозначно классные. Так, эсминцы я хочу сейчас разделить на несколько дивизионов. Так, пятый и второй. То есть, второй мы в пятый кидаем. Отлично. Так, а здесь третий. Отлично. То есть, второй в третий. Вот так. То есть, пускай у нас будет два дивизиона эсминцев. И давайте сейчас мы их все поворачиваем, собственно, на восток. Видите, ускорение 30 раз доступно, то есть противник где-то от нас довольно сильно далеко. Так, кстати, поставлю-ка я маленькие интервалы всем. Так, эсминцев, конечно, было бы здорово в второй фронт разойтись. Ну, вдруг они успеют, вдруг они смогут. Давайте немножко даже скинем по этому поводу скорость на пару узлов. Так. Ну, хотя бы таким клином пускай разойдутся, пирингом, да, будет уже неплохо. Так, ага, смотрите-ка, скорость подупала, то есть противника либо мы догоняем, либо, скорее всего, он просто идет до нас, но так как корабли у него тоже легкие, мы, вероятно, его просто не видим сейчас. Так, давайте-ка я сделаю что? Я отключу торпеды всем. А то помню я эти бои с торпедами. Проверим сейчас, да, будем ли мы сейчас соблюдать традиции нашего канала и получим ли глупую торпеду в этом бою или нет. Ну, надеюсь, что нет, конечно, но... Ну, посмотрим. Вообще интересно, да, 10-я часть кампании. У меня на канале максимальная кампания. Сейчас это было 11 серий, тоже за немцев, тоже в 20-м году. Точнее, не тоже за немцев, как бы сейчас мы за британцев. Но просто, да, вот я всегда думал, что за британцев будет играть легко. То есть сейчас мы там противника по-быстрому убьем, там завалим количеством. Но вот, да, пока что нет, не происходит, это у нас не получается. То есть, вопреки моим ожиданиям, кампания за Британскую империю очень интересная. Так, вот и противник. Так, что это у нас? Это у нас легкий крейсер, у которого довольно много торпед, как мы помним. Поэтому сразу же отворачиваем нашими крейсерами. Давайте ставлю торпеды на нормал. И ставлю торпеды на нормал, собственно, и этим миноносцам. Пускай все пуляют в него. Так, вот этот дивизион у нас второй, получается, пока что торпеды пускай, собственно, не пускает. Посмотрим, что там будет дальше. Торпеды нам явно еще пригодятся. Видите, пошли попадания. То есть Ориона буквально вот вторым, третьим, там, первым залпом уже накрывает противника. Это здорово. Так, а вот тут, ребятки, давайте-ка, да. Вот теперь вам торпеды на нормал, самое то. И всем, конечно же, дымы. Всем, конечно же, дымы. Грех это не использовать. Ну, противник уже, очевидно, тоже сейчас выпустит торпеды по нам, поэтому нужно сразу же отворачивать от него. Это... Причем это отворачивать не только этим дивизионом, а, в принципе, всем. Возможно, сейчас торпедный зал будет впустую, может быть, нет, не знаю, посмотрим. Так, да, вот у нас первая группа торпед по нам пошла.
Ну, посмотрим, попадем ли мы куда-либо торпедами. Не знаю, я пока что в этом очень сильно не уверен, судя по, да, направлению. Ну, кстати, вот этот крейсер, скорее всего, получит торпеду, да. Вот этот эсминец явно ее сбежит, ну, поэтому пока не знаю, куда он там пойдет, посмотрим. Давайте пока вернем на сближение. Так, как Клеопатру и Минерву, соответственно, мы развернем просто тоже через правое плечо, пускай они все идут у нас. Так, ну да, смотрите, вот этому сейчас крейсер немцев явно поплохеет. Причем, скорее всего, поплохеет настолько, что вряд ли он выживет. Три торпеды, но правда. А, ну сейчас еще, наверное, войдет, скорее всего, одна, поэтому да. То есть сейчас корму ему войдет, сделает затопление еще и по корме, поэтому я думаю, что тут сейчас все будет прям хорошо. С этим товарищем. Так, отлично. Ну, Аксбург, да, Аксбург мы уже опознали. Он у нас, к сожалению, уйдет от торпед от наших. Ну, не страшно, потому что, да, один из крейсеров немцев мы уже помножили на ноль. И меня это вполне устраивает. Да, неизвестный крейсер. Мы его даже не успели опознать. Так быстро его затопили. Так, ну здесь, к сожалению, у нас сменится только двудюймовочки. Особо нет смысла их подводить все близко к Аксбургу. Там, безусловно, перебьет. А вот Клеопатре и Минерве нужно сейчас доработать артиллерию уже прям по полной. Причем мы, скорее всего, скинем ход до 27 узлов, потому что у Аксбурга только 21 узел, то есть они от нас и так никуда не уйдут, вне всяких сомнений. Так, торпеды. Ага, торпеды мимо пройдут, отлично. То есть они от нас и так не уйдут. Кстати, у Орфорда торпеды остались, вот отлично, вот давай. Это получим мы точность, получим мы немножко маневренность побольше. Я думаю, что это однозначно хорошо. Так, потеряли мы противника. Ага, и снова нашли его. Отлично. Так, Эйден, да, и Орфурт. Тогда пока что отключим все-таки торпеда. Ну, настреливаем пока что по Аксбургу. Попаданий, всяких пожаров. Так, смотрите-ка, торпеда. Торпеда по курсу, торпеда идет на Клеопатру у нас, да. Ну, возьмем-то сейчас левее. Так, да, и смотрите, какой мощный торпедный залп тоже по Клеопатре был выпущен. Так, а вот это уже плохо, смотрите-ка, вот эта торпеда, ну, по идее, должна пойти между кораблями. Я надеюсь, что Минерва сейчас сможет тоже за Клеопатрой развернуться. Хотя нет, Минерву нужно сейчас отделять. Нужно ее отделять, иначе она сейчас наполучает. Она и так уже, блин, скорее всего, наполучает. Ладно, Минерва. Беги, Минерва, беги. Клеопатра-то уйдет точно здесь, без сомнений. Аксбург получает попадание за попаданием от Минерви. Надо успеть. Ей надо успеть. Ну, должна она проскочить. Да, проскочила, судя по всему. Она отлично. Все. Тогда обратно ее за Клеопатрой ставим. И скорость 27 узлов 7. Ну, в данном случае нам, можно сказать, повезло избежать торпедного залпа. Так, Эйден Орфорд, включаем торпеду. Вот вопрос, УВ-29, ну, судя по всему, торпед не осталось, отлично. А, да, вот тут, да, вот прям не осталось, ага. Вот только я сказал, да, называется. Так, ну, благо Орфорд по нему стрелял с торпедами тоже. Так, давайте-ка крейсера сейчас просто его изрешетить, вот этого гада, гадского папу вот этого. Так, Вэлпол наш. Так, а у Ванака, да, у Ванака тоже торпед, к сожалению, не осталось. Так, блин, зараза, еще пускает. Близко пускает. Отворачиваем сразу же. Ничего себе, там Морфрот отстрелялся, такой пока Ван выпустил сейчас. Нам бы теперь самим бы не попасть под все эти торпеды, в частности, Вэлпол. Надо его повеще завернуть. Ну, В-29 здесь он не жилец уже даже и без всяких торпед, потому что сейчас и двухдюймовки, там 6-дюймовки с крейсеров его там. У них он точно 30%, то есть там каждый третий залп попадает, третий снаряд. Ну, на самом деле это даже очень хорошо, на мой взгляд. То есть сейчас лишим немцев парочки легких крейсеров, лишим их эсминцев. То есть, ну, они не будут представлять нам угрозу на Северном море вообще никакую, и я прям буду счастлив этого. Причем, видите, сейчас, судя по всему, мы сможем сделать это абсолютно без потерь. Дам всем дымы еще раз.
Так, Augsburg. Вот живучий, конечно, вот эти вот типы крейсеров. Ничего не скажешь. Живучие, но вот тоже пошли уже затопления. Просто попадание за попаданием сейчас следует. Немножко посмотрим. Еще какой весь борт просто выбитый. Причем левая, да, почти что целая. Какие-то носовые части попадания были, а вот правые вообще уже не допущены. Просто море вскипает вокруг Аксбурга. Ну, наши Орионы на горизонте в дымах идут. Орионы, эсминцы, то есть тут уже... Аксбург понял, что попал он не туда. Припарковался он совершенно неудачно, да? Ну, это такой, опять же, разминочный бой. Довольно легкий, потому что сейчас основная тяжесть боев будет у нас, безусловно, на Средиземном море. Сейчас этот бой закончим, посмотрим, что у нас там будет дальше. Так, вот это что такое было? А, ну да, это вот традиция соблюдена, в общем, Эйден мы сейчас потеряем, потому что он получил торпеду с Аксбурга. Да. Ну вот видите, либо красота, да, либо торпеды, потому что я хотел полюбоваться красивыми видами расстрелив Максбурга, в итоге пропустил торпеды. Ну, классика, да. Так, ну Эден, к счастью, на дно-то вроде не пойдет, но... Но в ремонт месяца так на 3-4 он встанет. Ну ладно, что поделать. Так, Ванок пустил торпеду. Сейчас тоже главное крейсера не подвести бы под них. Да, конечно, неловко получилось, но традиция канала, поэтому тут не обессудьте, да? Как есть, так есть. Ну, в общем-то, Аксбург, все, да. Отлично, выиграли бой, не потеряли ни одного корабля, соблюли традиции при этом. В общем, жизнь удалась, да, скажем так. Ну, тут статистику, опять же, наверное, нет смысла смотреть. То есть, у немцев действительно плохие вот эти легкие крейсера. У них единственный плюс — это живучесть торпеды. То есть, это их плюс. А по артиллерии, по всему остальному, они максимально бесполезные. Поэтому выходим с этого боя. Да, победа. Получили мы victory points. И у нас еще битва возле Норвегии. Ага, интересно. Один на один. Ну, тоже Орион наш против Брумера. То строил крейсер. Давайте на автомате это пригоню. Посмотрим. Да, Борислава получил тяжелые повреждения. То есть, опять же, даже игра сама понимает на авторасчете, что Орион гораздо лучше, чем вот эти вот крейсера. Поэтому вот, опять месяцев отправили мы его в ремонт. А мне это более чем устраивает. Не вижу, как говорится, причин для кого-либо беспокойства. Так, кстати, у нас Хиберния починилась. Я хотел в Ярмут перевести все это, как помните. Поэтому давайте отправляю это туда. В Ярмуте у нас уже есть тоже легкие крейсера, легкие корабли. Так, и Дувр. В Дувре у нас тоже есть эскадра сейчас, да, построилась из наших линейных крейсеров. Видите, Энсон, Лайон, Тайгер, Верер. То есть здесь все хорошо. И Энгри Бёрды стоят. Поэтому сейчас мы переместим в Гибралтар наши Энсона. Ну, наши неутомимые, скажем так. Четыре хода. Ну, много, конечно, да. Ну, что поделать. Погнали тоже ими. Плюс Гибралтаре у нас сейчас что есть? У нас сейчас, так, давайте еще посмотрим сейчас по флоту, где у нас что есть. Я, честно сказать, немножко подзабыл уже сбитый проект, где у нас что находится. Так, канал понятно. Вот. Вестерн, Метрид, ага, то есть Запад Средиземного моря у нас все это дело есть. Инбин приказ у них. Так, но они не в Гибралтаре, а, собственно, где они у нас? Валетта, да, Валетта. Вот, у нас эта эскадра вся в Валетте. У нас, видите, довольно сильное превышение по водоизмещению. Ну, что поделать. Но, в принципе, такими силами, я думаю, уже имеет смысл выйти, потому что у нас есть очень хороший линкор. 50 тысяч тонн, это прям классно. Два хороших линейных крейсера, они уже доказали свою эффективность. Два броненосных крейсера типа Энтрин, то есть, ну, фактически линейные. То есть, у них 28 на узлов, они на 5 узлов медленнее, чем неутомимые. Даже на 3 узла получается медленнее, чем неутомимые. Вооружение 280 послабее, но в целом по защите, по прочему, они не хуже. Здесь нас что нас ждет? Здесь, да, 15 линкоров Австро-Венгрии. Конкретно здесь летит какая-то небольшая эскадра. Давайте, я думаю, что проверим наши силы.
Причем, может быть, даже проверим их как. Выведем вообще все в море. Почему бы и нет? То есть выбираем сейчас весь наш флот и пытаемся, может быть, устроить какой-то большой бой. Да. Так, а по флоту, кстати, теперь у нас. Опять же, давайте сейчас отсортируем по положению. Вот все, что у нас здесь есть. Начиная с Энтрима, да. Заканчивая на Рей, мы поставим Sea Control. Потому что там некоторых кораблей было Inbin, это я точно видел. Так, а вот у Ensign, Warrior, Lion Tiger мы поставим Inbin, чтобы они нормально прошли и не ввязывались там во всякие приключения. Мне это сейчас не нужно. И давайте посмотрим, что у нас вообще в производстве, кстати, есть. Отсортируем теперь по статусу. Вот, у нас два линкора будет через 5 месяцев. Ну, хорошо. Нам по-хорошему нужно заложить еще кораблей. Потому что сколько это продлится война, неизвестно. А корабли нам будут нужны. У нас есть что? Ну, эсминцы, понятно, у нас хорошие, у меня к ним вопросов нету, окей, пускай будут. У нас есть новый легкий крейсер Диадем. Получается, у него 178 мм артиллерии. И вот, по артиллерии, если честно, мне они не особо понравились. Вот ты бы, я бы, может быть, перезаложил бы. Сделал бы другие крейсера. Также Royal Oak. У нас, получается, будет 3. Надо бы закинуть, я думаю, что еще парочку на производство. Но сначала крейсер. И давайте сначала посмотрим технологии, что у нас тут будет, не будет скоро. Так, вот через 3 месяца у нас будет, видите, новые приборы, да, управление огнем. Вот уже 5 уровня. На базовую как раз точность, то есть для легких крейсеров они подойдут отлично. Вот через 3 месяца, то есть через 3 хода я бы заложил новый корабль. При том, что сейчас давайте мы закинем в производство несколько Royal Oak'ов, я думаю, что уже. Ну, пускай хотя бы 2 еще строят. Хуже не будет, уже 25 месяцев. Ну, вряд ли мы столько проиграем, но это, я думаю, что будет не хуже. Можно, конечно, верфей было построить побольше водоизмещением, то есть, да, но, честно, смысла в этом не особо вижу, то что же 24 месяца там, если максимально. Ну, у нас пока что по водоизмещению так всем кораблям хватает. Ладно, давайте следующий ход. Посмотрим, что декабрь нам покажет. А, смотрите, у итальянцев тоже глава адмиралтейства сменился. То есть за его плохой менеджмент. Ну, окей. То есть в данном случае уже наш союзник. И Австрия-Венгрия тоже. Тоже получает предупреждение глава адмиралтейства за большие траты. Если он продолжит, его сменят. Ну, хорошо. Так, а у нас бой. Здесь много французских союзников у нас. Да, против конвоя. Ну, давайте на автомате. Сейчас мы на автомате приведем, потому что здесь больше французских кораблей. Я не особо хочу ими управлять. Сейчас, ну, судя по всему, да, видите, мы выиграли. То есть у нас много victory points. Французы потеряли легкий крейсер. Клеопатра тоже у нас класс Орион получила тяжелые повреждения. И немцы потеряли еще Берлин, легкий крейсер. Ну, отлично, меня это устраивает более чем. Так, и следующий бой, патруль, наша Хиберния и легкий крейсер Бристоль, класс Angry Bird. Как раз вот, да, это эскорт Хиберния обнаружил линкор Один и легкий крейсер Штеттин. Вот тут давайте-ка дилей попробуем нажать. Нет, не получилось. Здесь мы будем биться. Потому что терять Хибернию я не хочу. А бой один на один здесь будет все непросто, скорее всего. Так, Ист далеко противник. Не знаю, сможем ли мы его догнать. Angry Bird наш где? Вот давайте сейчас Angry Bird мы дадим приказ следовать, собственно, за Хибернией. 23 узла, 23 узла. Все, то есть пускай она идет за ним и будет его противоминным калибром, скажем так. То есть я думаю, что это будет неплохо. Торпеды отключать я ей не буду. То есть, да, это, повторюсь, такое ПМК для нашей Хибернии. Хиберния, напоминаю, да, это название древнеримской провинции, ох, если не ошибаюсь, Ирландии. Хиберния. Так, здесь, ага, все, увидели мы противника. И Хиберния пошла давать залп у нас. Давайте возьмем немножко правее, чтобы нам ввести в бой третью башню.
Вот битву проектов, кто смотрел тоже, да, вот почему я сделал Эль Диабло такой, как и сделал, потому что фактически Эль Диабло, кто посмотрит, это почти что Нельсон, только вот я так расположил башню, чтобы все три могли бы стрелять на нос. То есть, чтобы не идти, как сейчас мы как-то под углом там или что-то еще корячится, а просто вот, можно идти было бы прямо на противника. Вот, у меня это получилось сделать, ну, хотя корабль, конечно, слился в первом же раунде, вот, но... Тем не менее, вот сейчас Хиберни этого довольно сильно не хватает, потому что, видите, нам приходится вот очень сильно отворачивать. Это градусов 30 здесь угол уже, если не все там 40-45. Вот только сейчас наша вот эта третья башня, может быть, сможет вести огонь. Вот, может быть. То есть мы довольно сильно рискуем. Но здесь держать дистанцию, когда отдаляться нам нет смысла от противника. То немцы, да, Один, красивый линкор. Безусловно, очень красивый, очень опасный, много противоминного калибра. Слушайте, а у меня тут есть большое подозрение, они новый ли это корабль они сделали? Вот у них трех орудийки разве были с таким количеством ПМК? Может, я, конечно же, подзабыл их, типа кораблей, вот, но надо присмотреться. Что-то, мне кажется, здесь нечисто. Так, ну ладно, поехали пока что так. Сейчас, да, сейчас у нас будет 9 орудийный залп всеми тремя башнями. А, дистанция сейчас 12 километров. То есть, ну, точность уже 10% у нас. Да, попадание с пожаром. Но попадание и в Хиберне, к сожалению. Так, давайте-ка переключимся на бронебойщики. Потому что вот эти вот фугасы с 10 километров, это, мне кажется, ну, уже как-то не очень актуально. То есть, здесь уже либо мы ломаем борт, либо ломают нас. Потому что, видите, еще одно попадание в Хибернию. В этот раз в башню уже. Вот у нас частичное пробитие тоже по противнику прошло. Неплохо. Ну, такой, в принципе, равный бой. У нас больше калибра, у противника получше корабль. Сквозное пробитие. Терпимо, терпимо. 20% точность, хорошая точность. Ну, что-то сейчас должно попасть, я надеюсь. А вот еще одно частичное пробитие. Ага, затоплением, отлично. Ой, смотрите, как хорошо попало-то в него сейчас. Вот сейчас наш 16 дюймов ему, я думаю, что нанесли довольно сильные повреждения. Такой кратер, смотрите, да, вот просто в броне. Но немец, конечно, такая батарея прям опасная. У него ПМК очень сильный, то есть дистанция маленькая. Сейчас ПМК у нас тут может, конечно... Вот почему я не люблю линкоры вот, все или ничего, да, вот я же не раз как бы за эту тему спорил тоже и в комментариях на Ютубе, потому что, да, всякие зоны свободного маневрирования, там, вот это все хорошо, это все отлично, но вот если, допустим, просто погода, да, какой-нибудь там, ну, такая, средней хреновости, там, туман, все дела, и, допустим, у нас зона свободного маневрирования там 15 миль, а противник вышел из тумана от нас в 8 милях. Вот, как бы, и что? Вот эта наша схема все или ничего у нас работает? Нет, конечно. То есть, ну, у нас просто распотрошат противоминным калибром, фугасами. Вот, примерно то же самое сейчас может произойти, к сожалению, с Хибернией. То есть, не факт, но посмотрим. Сейчас она явно нанесла больше урона противнику, но тоже, судя по полоске, еще идентификация не прошла, там урон далеко не критичный. Можно было бы сейчас Бристоль вперед бы вывести на пересечку, но там ну, это, у этих Angry Bird 20 узла всего у Бристоля, то есть, ну, не вижу смысла. Там вряд ли он куда-то выйдет, а вот... За пару залпов на дно он отправится точно. Минус каземат. Еще одно частичное пробитие. Ну, то немцы, судя по всему, да, их крейсер держится точно так же аккуратненько за своим линкором. То есть он не лезет там куда-то вперед. Видно, не рискует. Ну, весьма разумно. Ой, вот нас уже пробили, прям пробили. Без всяких там частичных. Ладно, посмотрим, что будет дальше. Сквозное пробитие. Сейчас будет наш залп, точность 50%. Сейчас должно зайти очень хорошо. Давайте посмотрим. Так, есть, есть. Да, пробитие пошли с затоплением, смотрите. И сразу же выбили машинное отделение. И как раз у нас Один прорисовался. Да, типа Один мы уже видели, линкоры. Ну, не типа Один, а типа, как там, не помню, Берлин, как это называется. Не новый это линкор, здесь я ошибся. Давайте-ка подверну немножко Хиберни еще левее. Сейчас, конечно, опасаюсь выйти по торпеду от этого крейсера. Мне вот этого не хотелось бы, но еще один залп вот в таких условиях отдать хочу все-таки. Так, кстати, у нас Бристоль пустил торпеда. Ну, красавчик. Лишним не будет. Подбодрим Одина торпедами. Да, есть. Ой, смотрите, какое отличное затопление.
такое отличное пробитие у нас. Так, нам бы по-хорошему перейти бы по легкому крейсеру, конечно, садануть. Не хочется переключать ГК, но вот надо бы, наверное. Я боюсь, что он зря запустит торпеды, и хиберни от него, от торпед вряд ли куда-то уклонится. Ой, нам еще руль выбили, да, точно переносим огонь. Да, точность будет 10%, там один залп, но лучше поздно, чем никогда, да. То, что Одина мы добьем. Он уже ход сейчас потеряет, как бы он уже не особо боец. А вот получить торпеду вот от этого гада я не хочу. Есть на сквозное даже пробитие. Кстати, на фугас надо переключить. Но благо, точность 50% будет, поэтому... Подвернем так, чтобы 6-дюймовочками нашими там пострелять. О, еще хибернет торпеды выпустил, то свой монструозное. Ну, отлично. Так, точность 83%. То есть сейчас, по идее, фугасами мы должны Штеттин там, ну, если не разорвать, то как минимум очень сильно повредить. 85% это почти что, ну, там, из 9, там, 7 снарядов должно зайти, грубо говоря. Давайте посмотрим, так ли это. О, да, смотрите, смотрите, какой урон. Просто насквозь прошел его снаряд, Штеттин прошел насквозь, и еще, ой-ой-ой-ой, вот это да. Вот это, да, он пустил торпеды, ну, конечно. Ну, в общем, да, все, extensive fire, то есть там по всей продольной плоскости корабля там прошел снаряд, там уже без шансов. Ну, то есть, в общем-то, вовремя перенес огонь, ни разу об этом не жалею. А сейчас спокойненько добьем один уже. То есть сейчас нам уже особо ничего не грозит. Бристоль пускай так и идет в прикрытии позади. Даже давайте дыму им дадим, чтобы там это спрямка сильно не выхватывал бы. Так, Хиберния простреливается, 59% теперь у нее будет. Ну, соответственно, Один у нас сейчас скорость 2 узла. То есть, ну, почти 3 он там дает всего лишь. То есть сейчас можно спокойненько занимать нужные нам позиции и вообще делать все, что с ним хотим. То есть, ну, вот сами видите, да, что происходит. Хиберния, напомню, это построено по проекту реального линейного корабля типа Нельсон. Нельсон, да, родной. И концепция работает. То есть корабль получился, он влез в заданное водоизмещение в игре, он получился таким, как он был в реальности. Ну, плюс-минус, там, понятное дело, с поправками там, да. Вот. Но тем не менее он получился и визуально, и по бронированию он точно такой же, и по калибру, и по расположению башен, орудий, там, и чего угодно. То есть, вот, видите Хибернию сейчас на вашем экране, это, в принципе, можете видеть Нельсон. То есть вот таким он был, мог быть, да, ну, за небольшими, может быть, какими-то там поправками, исключениями. Сейчас угол, конечно, не очень хороший для пробития, но какие-то пробития все равно мы делаем. Я не буду сейчас менять на фугасы, потому что противник очень медленный. То сейчас мы просто будем догонять, обгонять там, вот это все делать с ним. Ну, Хиберни такая, видите, вся обстрелянная тоже, да, она получила 85 попаданий, из них 14-13 дюймовых снарядов. Еще 13, точнее, 8-дюймовых, то есть, да, она получила ай-яй-яй, но вот 6-дюймовка она держит хорошо, то есть, получается, ее цитадель. Ну, все, что ниже, там, конечно, тяжелее с этим, но... Так, торпеда, торпеда, торпеда. Что-то я уже забыл, что у них торпеды есть, но, да, они у них есть. Но зато проломали траверс, видите, тоже вдоль корабля сейчас прошла наша бронебойка, плюс Бристоль торпедами еще приободрил снова Одина. То есть, я думаю, что сейчас Одина там хватит на один залп, если он вообще до него еще доживет. Потому что тонет он довольно усиленно. Да, все. Отлично. Минус линейный корабль, минус легкий крейсер. Причем именно, да, исторически Нельсон фактически. То есть, вот, опять же, еще в ранних сериях кто-то писал, что да и Нельсон и говно, у него там он вообще ни о чем. Ну вот, пожалуйста. То есть, ну, да, конечно, это не лучший линкор, не спорю, против игрока, таким воевать было бы тяжело. Но, собственно, мы же не с игроком мы воюем. А против ботов вполне заходит. У немцев флот остался 25 кораблей. И из которых половина это легкие крейсера и эсминцы, даже больше половины. То есть здесь как раз вот это вот эскадра Хиберни, ставит крейсера, их хватит за глаза. То есть я здесь даже не лишний раз не дергаюсь в этом плане. А, кстати, смотрите, мы можем сделать еще и на линкор меньше. То есть Позан и В-30 нападают на нас. Наши Орионы защищают. Тут Орионы, конечно, молодцы. Они вот действительно тащат. Они просто тащат все. Вот я не знаю, как я без них бы сражался здесь. Давайте, поехали. Тоже довольно интересный бой. Так, Southwest у нас противник. Ну, транспорта понятно у нас, да. Так, не будем их отключаем торпеда.
Так, отключаем. И, пожалуй, эсминцы я разделю сейчас на два отдельных корабля, на два дивизиона. То есть пускай они идут вот так вот. Хотя, знаете что? Да, пожалуй, крейсера я тоже разделю. То есть пускай они тоже расходятся фронтом, расходятся пошире. А почему? Потому что торпеды. Торпеды. Мы будем применять торпеды. А, поездом у нас сейчас шанс завалить только торпедами есть. И я буду его стараться использовать. То есть у нас сейчас такой вот ордер будет походный. Southwest 30 раз можем ускорить время. То есть противник от нас довольно далеко. Отходит ли он от нас, не знаю. Но вот, кстати, скорость упала. Нет, скорее всего, он идет на нас. Я думаю, что скоро мы его уже увидим. Вопрос, конечно, в какой стране мы его увидим еще. Хорошо бы где-то по центру поймать. Но это... Вот радиоразведка показывает, что да, где-то он вот там, но она бывает и ошибается на самом деле, поэтому... Хотя вот этот показывает левее, этот показывает правее. То есть, ну, где-то он между ними должен быть. Да, это хорошо. Ну, сейчас подойдем, увидим. Да. Вот он, в принципе, да, между крейсерами. Отлично мы вышли. Ну, может, там не совсем идеально, но что-то очень близкое к этому. Так, вот этот, получается, Орфорд у нас только выпадает. Орфорд тоже только, да, ветеран боев. Он чуть ли не всех уже в этой кампании. То есть, что он здесь только не пережил. Так, Ванок обнаружен. Дымы, конечно же, даем. Так, нет, стоп, зря я дал дымы. Это Ванок, наоборот, обнаружил линкор. Ну, в общем-то, нет, не зря я дал дымы. Так, ну Ванну, вообще, надо включать торпеды, потому что под таким огнем он долго-то здесь не продержится. Я терять я не особо его хочу, опять же. У нас не то, чтобы все-таки, да, сильно много кораблей, чтобы позволить их себе бездумно тратить. Поэтому сейчас он просто вот пустил на торпеды, и мы уклоняемся и отходим пока что Ванноком. То есть он свою часть сделки, скажем так, выполнил, да? Противник обнаружил, торпеды пустил, все хорошо, красавчик. Так, Орфорд. Да, Орфорд на пересечку. Так, ну, в общем-то, всем дымы. Там всем шампанского, всем дымы. Сейчас сложно, я не хочу просто нести какие-то потери. Вот, попадаем в линкор, конечно, безусловно, хорошо. Но вот пусть на торпеды посмотрим, чем это закончится. Но эти-то явно не попадут, понятно. Вот, то есть, возможно, он сейчас выскочит на Орфорд. Я вот очень надеюсь. Так, кстати, давайте-ка и ему я тоже включу торпеды на нормал уже. Не вижу там причин себе в этом отказывать. Ну, Орионы поддерживают свою репутацию зажигалок. Надо сбить ему ход. Сейчас у нас задача сбить ему ход. То есть, если мы сможем это сделать, то да. Так, Орфорд тоже пустил торпеды, тоже пускай отходит. Потому что огонь уже по нему пошел. Хотя нет, давайте-ка... Ай, только хотел сказать, что не буду включать им торпеды. Так, но запомню, что он пускал торпеду у нас правым бортом. Это важно, это важно. Так, Орфорд получил в кормовую настроечку у нас кормовой мостик. Тут торпедки у нас проходят. А, нет, даже не мимо, смотрите. Попадем мы сейчас. Отлично, залп с Ванака. Ну, как минимум два попадания нам даст, да. Три даже, три. Три попадания, отлично. Ну, слушайте, сбили мы уход. Четвертое еще влетело. Отлично, отлично. Слушайте, да, поздно сейчас пойдет на дно. В общем-то, я думаю, что мы его добьем. Сейчас у нас Манчестер, да, и трибун правым бортом, точнее, левым уже стреляется. И... Орфорд получил у нас... Что он получил? Ага, СПМ, как, кстати, получил три снаряда, довольно сильных, неприятных снаряда. Но, в принципе, живой. Там жив целый орел. Догоняем мы Poison. К сожалению, скорость слишком сильно он не потерял. До 20 узлов он еще делает. Так, трибун. Ты уже и левым, что ли, стрелялся? Ну, ты даешь. Нет, не стрелял. Все, отлично. Сейчас он пустил торпеды. Все, и сразу же уклоняемся, потому что по нему сейчас будет ГК Poison. Это будет больно. Сейчас мы увидим торпедную атаку, лучше еще и Манчестер. Да, видите, вот вовремя отвернул, и тот получил, как бы он у нас. Так, Ванок у нас почти перезарядился. Вот Ванока мы возвращаем в бой. Орфорда. Да и Орфорд можно, в принципе, так развернуть пока на в сторону боя.
Так, а сейчас поздно получит еще торпеда у нас, и у него 6% получите. Вот если пойдем куда-то в центр, то, конечно, он утонет. Но, судя по всему, в центр мы не попадем, да? На 5% получите уже. Так, Манчестер, давай-ка я включу тебе торпеду. Пусти ты хотя бы с такой дистанции уже. И теперь сейчас еще правым бортом развернемся, тоже пустим. 5% получите. Можно, конечно, его не добивать. Можно оставить его так. Пускай немцы там его чинят, там тратят на это деньги. Вариант, да, тоже вариант. Такую зараза, да, торпедная. Но все-таки я предпочту, пожалуй, утопить. Да, получил поза на счет торпеды у нас в корму. Вот это, возможно, сейчас войдет в центр ему еще. А может быть и нет. Нет. Прошла мимо, к сожалению, торпеда. Так, предлагает нам игра закончить бой, но нет, нет. Разворачиваем наши корабли, а в частности Ванок особенно, потому что он сейчас, скорее всего, у нас и добьет вот этого товарища. Пускай на 36 узлах идет к нему. Ну, 6 получите, конечно. Ни о чем, но, видите, сейчас долбить 6-дюймовками бронебойками смысла нет. Мы-то вряд ли что за пробьем затопим. Хотя давайте попробуем даже ради интереса, так в порядке бреда. Ну, я не особо верю в затопление, конечно. То есть какие-то вот такие частичные пробития, может быть, да, с уроном, но затопление маловероятно. Ну, пускай лучше бьет фугасами. Ну и сильно близко не подходит. Так, тем временем Орфорд и Ванок выходят у нас в торпедную атаку. Манчестер пускай пока здесь вот поотвлекает немножко сейчас позы. Опять же, то есть мы выбиваем прислугу, убиваем, да, видите, экипаж ему, убиваем какие-то казематы, то есть, возможно, поэтому. Лишний раз-то не хуже. То, что у нас кто-то рядом с ним. Но сейчас у поза на скорость упала до 8 узлов, то есть сейчас мы его, конечно, уже возьмем, я думаю, что. Возьмем торпеды. Попробуем Ваноком это сделать. Не получится, да, Уорфредом. Уорфреда просто скорость меньше на 5 узлов сейчас упала. Поэтому все-таки торпеды Ванока я верю больше. Попробуем подойти поближе сейчас, чтобы сложнее было уклониться в боту. Ну, слушайте, сейчас у немцев останется всего один линкор, это будет прям классно. То есть Хиберния будет действительно доминировать в Северном море, и, пожалуй, мне это устраивает полностью. Так, включаю торпеду на нормал. Я думаю, что да, сейчас все будет уже, наверное, кончено с Позаном. Сразу же отворачиваем в сторону. Так, ну, Орфра торпеду нас уже пустил. Забыл ему их выключить, но я думаю, что это и не хуже. Сейчас. Давайте посмотрим за позом. Ну, видите, у него же ГК, судя по всему, не действует толком, потому что, да, есть торпеда в корму. Кстати, до 15 получится установил. ГК толком действует, потому что не очень большой крен, как я понимаю. А может быть и действует, я просто не замечаю. Так, вот это сейчас, видите, идет торпеда в Цадериму. Вот как раз вот в эти отсеки, по идее, бы нам было бы очень хорошо сделать ему затопление. Да, есть. Есть как раз 3 нужных нам отсека, мы и взяли, и плюс, ой, сколько торпед сейчас еще получит, поэтому тут сейчас у всех будет хорошо. Да. Бах, ну, в общем-то, я предлагаю заканчивать бой, не будем мы искать там какой-то одиночный там эсминец или что у них там есть. Мы свою задачу сделали. Получили 5000 victory points, безусловно, это очень хорошо. Ну, вот Рионы, да, Рионы, конечно, они тащат Рионы, наши молодцы. Немцы, да, один линкор. Один линкор остался. Так, конвой. Конвой. Не знаю, вот честно. Так, тут давайте. Граф Шпе, линейный крейсер поймали. Но тоже наш Орион, Грибёрд. Ладно, давайте тут на автомате. Здесь все-таки, да, французский линкор. С 356-миллиметровками. Я думаю, что они смогут. Их там много. Ну, среднее повреждение он получил. На 7 месяцев отправился в ремонт граф Шпе. Ну, меня это опять же устраивает. Конвой. 8 транспортов.
Рон против Палестра. Ну, даже не знаю. Давайте сыграем тут вручную. Просто давно не топил транспорта, почему бы и нет. Тоже дело интересное. Саут-Уэст противник. Палестра. Французский крейсер. Давайте с него посмотрим. Вот еще раз такой вот интересный очень корабль по компоновке, по всему. Такая как-то Жанна Дарк, не знаю, на максималках. Что-то такое. Много 6-дюймовок, точнее не 6-дюймовок, 5-дюймовок. То есть вот башню, то есть вот на спонсонах у него стоят красиво. Торпеды. Ну, безусловно, сильный крейсер. Так, ладно, Саут-Вест. Так, Саут-Вест. Идем ровно на него. Ну и, собственно, наши корабли здесь уже идут. Дурбан. И Минерва. Минерва класса Орион, Дурбан класса Брисбейн. Я думаю, что особо нет смысла их нам тоже держать в каком-то дивизионе, в хранении одного крейсера французов, поэтому пускай они уходят вперед, потому что у нас крейсера быстрее, по Палестре у него 20 узлов всего, а у наших там по 33. Поэтому Палестра у нас будет таким танком, скажем так, а наши будут разведка, легкие силы. Топить 100% транспортов, ну либо, понятное дело, топить защиту. Даже не знаю, что будет проще сделать, посмотрим. Пока что идем так, разведаем. Противник от нас ведь опять же далеко был, то есть транспорта, не знаю, сейчас будет сложно найти. Хотелось бы, но будет сложно, я думаю, что. Ну, по транспортам, я думаю, что я пошлю Дурбан с его 5-дюймовками. Вот, соответственно, Француз, Палестра, да, и Минерва, они будут идти вместе единой группы и бороться против немцев уже. Тут так как-то я хочу сделать. Так, вот у нас противник нарисовался. Это у нас кто? Ну да, это у нас, собственно, немецкий крейсер. Там глупо было бы надеяться, что транспорт. Сразу засадил Минерва 6-дюймовку. У Минервы просто что хорошо, она участвовала почти во всех наших боях. У нее экипаж ветерана. То есть она уже имеет очень хорошие бонусы только за счет этого. Так, Друбан, мне интересно, что твоя радиоразведка говорит. Говорит, что противник по курсу где-то там. То есть транспорта там, а крейсер у нас здесь справа. Отлично, тогда это иди дальше. Минерва, ну попробуем сейчас выйти в торпедную атаку, опять же, ну почему бы и нет. Не вижу причин себе в этом отказывать. Противника видно тоже какой-то, если не ветеран, то что-то очень близко к этому, потому что залп положаться, конечно, очень неприятно к Минерве. Не буду отключать торпеды, пускай она пробует их пустить. Вряд ли получится. Так, давайте-ка сейчас вот так попробуем под кормой у него пройти. Французский корабль, конечно, по Палестре очень сильно отстает. То есть, видите, он так не вписывается, скажем так, в наш бой. Совсем не вписывается. Минерва пока в дымах, но это вот очень сильно ненадолго. Хотя чудо, да, что ни одного повреждения она еще не получила. Да, пустил он торпеду, отлично. Так, Друбан. Торпеду уже тоже пустил. А противника, слушай, давайте сейчас развернем Друбан и пустим торпеду еще левым бортом. Я думаю, это будет очень хорошо. То, что транспорта транспортами, но если мы сейчас вынесем Роон немцам, это будет тоже очень-очень сильно неплохо. Да, пустили торпеду, все, разворачиваемся теперь снова. То есть заставим так покрутиться, заодно скинем ему и скорость, и точность. То есть, опять же, то ли в любых случаях очень неплохо действует так, как действуем мы. Так, и пускай он дальше обгоняет, там куда-то идет дальше на противника уже. Минерва уже вышла на траверс в Роону. Интересная такая дуэль. Роуна просто что плюс, у нее нет торпед, как бы это очень сильно решает для нас. Так, Минерва получил досадное повреждение. Надо нам, конечно, бы отойти. Давайте сейчас Минерву возьмем другим бортом и пустим торпеды ею уже. Ну, сейчас же Палестра вступает в бой. Хорошо. Потому что тоже Минерва, она имеет шанс сейчас засадить торпеду. Три километра всего лишь. Да, есть
Пошли три наших рыбки. Не-не-не, мне в другую сторону, другую от противника. Да, сейчас Ром может получить торпеду, может быть, даже не одну, и это было бы прям очень полезно. Хотя, конечно, и так неплохо, да, справляемся с его поджиганиями. Нет, не получен, к сожалению, торпеду, скорее всего. Да, чуть-чуть, но вот смог он, зараза, отманеврировать. Но зато он поближе подошел к палестру, что, безусловно, хорошо. Но я думаю, что давайте мы оставим их один на один. То есть, вот, пускай сейчас наши крейсера идут за транспортами. Хотел бы на них посмотреть все-таки. На полных ходах. А Палестра уже развлекается тогда сейчас Роном, потому что уже на 50% выбитый. Я думаю, что сейчас вот эта куча 5-дюймовок и 6-дюймовок Палестра очень сильно даже сыграют. Ну, торпеда опять же. Интересно, что бот сейчас очень редко бросает транспорта на произвол судьбы, но часто как раз действует именно как отвлекающий, да, какой-то такой корабль. То есть пытается нас задержать, остановить как-то, то есть протянуть время, вот это вот бот респект за это. Да, выбили мы Рону уже машинное отделение. Будет он сейчас терять скорость неизбежно. То есть, ну, то, чего мы и добивались, в общем-то. И это прям отлично. Давайте посмотрим немножко на действия наших союзников. Французский крейсер. Такая довольно серьезная батарея. Так, кстати, мы нашли транспорта. Да, Брисбен нашел транспорта. Ну, типа Брисбен, то есть фактически это дурбан. Вот они, наши товарищи идут-то. Так, отключу пока что торпеды. Включу ему дымы. Ну, сейчас большой вопрос, то есть, да, что мы сделаем раньше. Утопим все транспорта, либо утопим Рона. Я больше ставлю на то, что, конечно, мы утопим Рона, потому что сейчас по лесу торпедами бортовыми, скорее всего, и вынесет уже. Видите, бортовых торпедных аппаратов довольно много. Да, вот он их пустил. И торпеды, если не ошибаюсь, французов быстрее. Давайте сейчас уточню этот момент. Да, фаст. Торпеды фаст. То есть Рону будет очень сложно уклониться, еще и без двигателей, ну, практически невозможно. Я думаю, что тоже последние секунды данного боя, потому что сейчас тут три торпеда. Три французских торпеды, уточню. Ну, две, ладно. От одной он сможет уклониться, а вот две сейчас в него... Да, зашли прям хорошо. Так, но на всякий случай Минерва давайте развернем транспорта тоже. Дурбан наш подходит к транспорту противника. Ну, транспорт выглядит вот так. Видите, здесь он вооружен. У него есть какая-то вот, судя по всему, 5-дюймовочка на корме. Одна на корме, одна на носу. То есть, повторюсь, транспорта в этой игре, которые рандомно генерируются, они бывают разные. Бывают вооруженные, бывают невооруженные, бывают 5-дюймовками, вот... Бывает чем-то поменьше, то есть, ну, если не ошибаюсь, как минимум модельки три разных я здесь видел в этой игре. Могу, конечно, путать, но вроде бы три я видел разных. Ну, Рон тут, да, сейчас он утонет, наверное, скорее всего, бой закончится, то есть не успеем мы кого-то утопить. Да. Транспорта нам автоматически запишут в победу. То есть один мы еще успели даже пустить на дно. Вот, вот такие вот дела. То есть, если, не знаю, там 10 немцы, действительно, с ними было очень сложно, они там чуть ли не в ла-манш стали заплывать уже от своей наглости и пафосности, да, то сейчас уже, в общем-то, все, немцы посыпались, и они вот, мы их просто разбиваем. Так, еще у нас удар по порту. Смотрите, то есть, настолько обнаглели уже, да, что все наши силы решили, собственно, проатаковать с палата. Why not? Такой здоровенной эскадре. Против двух линкоров, четырех броненосных крейсеров. Ну, тоже с 8-дюймовкой довольно опасные. Да, это будет интересный бой. Ну, слушайте, серия довольно долго уже идет. Я думаю, что давайте ту серию мы на этом и закончим. Перед этим, безусловно, интересным боем. Потому что... вот минус Австро-Венгрии, напомню, у них большое такое уязвимое положение в том, что у них всего три порта на прежние.
То есть вот Катарас, Палата и что-то там третье, не помню уже. Вот, соответственно, если мы сейчас проатакуем, допустим, один, второй, третий порт, то они толком даже корабли не смогут строить и чинить. Ну, вот это будет здорово. А здесь как бы все шансы сейчас, конечно, у нас есть. То есть я не знаю, как наша эскадра там дерзко проскочила, собственно, с палатта, но как-то они это сделали. Хорошо, посмотрим. Может быть, итальянцы, вот, судя по всему, как-то могли отлично себя, то есть такая была спланирована операция. Но здесь можно включить фантазию, то есть, да, как бот-то мог сделать, как-то он смог, довольно интересно получилось. Вот, ну а на сегодня все. Оставляйте ваши комментарии. Спасибо вам еще раз за поддержку, за подписку, за лайки, вообще за все. Вот, правда, действительно очень интересно. Все это тут общение и в комментариях, и ВКонтакте, все здорово. Вот. Ну, на сегодня все, повторюсь. Всем спасибо и до свидания.